Приветствую всех! Сегодня 10 октября, 23 год. Сегодня отмечается народный праздник Саватия Чельника. Саватий – это был святой, который жил на острове Соловецком. И там как раз разводили пчел, и он считается покровителем, поэтому говорили в народе, что в этот день Саватий одевает замки на ульи, на все пчелиные ульи. Вот сегодня даже не рекомендовалось делать никакие работы такие тяжелые, вот, потому что считалось, что это принесет неудачу и не принесет никакого результата. Ну вот, у нас здесь закончились работы по пчелам, конечно. Были, конечно, изъяны, завелись восковые моли, но тем не менее успели к этому дню сделать. И вот также иконы Саватия святого приобретались вот для дачных участков, для дач можно приобретать, для частных домов, потому что он способствует хорошей работе, удаче в работе и тому, что пчелы будут хорошо развиваться. И молили в этот день, чтобы пчелы хорошо перезимовали. Ну и мы пожелаем тоже нашей пасеке, чтобы она хорошо перезимовала, не пропали пчелки. Вот. Чтобы все у них было хорошо.